Годный контент подъехал. Есть пробитие. Вражеский крейсер уничтожен. Это не моя вина, корабль такой. Ты заходи, если что. Блядь, чел, ты вообще нахуй бот-ботом ебаным. Просто бот-ботом, блядь. Никс увидел, блядь. Просто бот ебаный. Вражеский крейсер потоплен. В кого же ты такой дурачок-то вырос? В кого? Ну ты ж совсем, у тебя же все, у тебя мозгов ноль. Ты куда пошел? Что ты задумал? Сиди, сиди дома, ничего не... Ой, придурочный! Ясно, понятно. Бум! Headshot! You little bitch! Обалденно, это просто, просто шикарно. Неполадки устранены. Капец, он крутой. Он крутой. Авианосец противника уничтожен. Храни тебя Господь, братан. Найс. Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я. Крейсер врага потоплен. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Периодически надо пострадывать. Наша команда получила преимущество. Помянем пацана. По моим подсчетам, ты долбоёб. Петух, реально, петух! Пиздец, ну по-другому блядь. Никак. Просто пиздец. Авианосец врага потоплен. Позвольте. Вы не хуляете. Торпеды по левому. Что это за пьяные выходки? Иди ты, капитан Очевидность. Вражеский эсминец уничтожен. Поспешил, моряк. Узел морской завязал, блядь, через жопу. Команда получила преимущество.
Вымя суча, чё творит? О, это мой типаж. Что это было, блядь? Fucking hate this game! Holy shit! Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Вражеский авианосец уничтожен. Бля. У меня шишка встала, блять, от такого. Пиздец. Крейсер врага потоплен. Их надо немедленно в поликлинику сдать. И для опытов. Здравствуйте всем. Подскажите, пожалуйста, вот рыбы я кормлю, но им надо пить вообще? Ну, запивать корм, например. Этиловая мощь! Крейсер противника уничтожен. А ты как хотел, естественно. Черт, врачи издеваются над тобой, что ли? Ты че, дебил? Каламбуры со мной шутить раздумал? Ой, блестяще! Блестяще! Генератор запущен. Блять, опять дрочить. Линкор врага потоплен. Подписывайте на мой канал, ссылки все важные есть в описании, оставляйте комментарии. Пока!